Самбисты Чувашии вновь на высоте. На днях Вера Лоткова завоевала золото первенства мира, причем уже четвертое в своей спортивной карьере. Сегодня победительницу торжественно встретили на родине. Первенство мира проходило с 13 по 15 октября в Сербии. За медали международных соревнований боролись сильнейшие спортсмены из 30 стран в 4 возрастных группах. Для Веры Лотковой это дебютное первенство, в котором она выступала в роли юниорки. По возрастной категории я уже выступала на первенстве Европы по юниоркам. Для меня это уже был опыт, и, можно сказать, я уже не первый раз по юниоркам, второй раз выступаю. Да, я была уверена в своих силах, пришла, выиграла. Меньше чем через 2 недели Вере вновь предстоит выйти на ковер международных соревнований. С 26 по 30 октября в Мадриде пройдет Кубок Европы.